Ребята, всем привет! Вы на канале Хобби Отдых. Подвожу итог продаж фотографий, фото и видео на фотостоках с 16 по 29 февраля 2024 года и за февраль месяц. Значит, новостей никаких, за исключением одна такая у меня есть, как бы сказать, новость по поводу моего канала «Хобби и отдых». Значит, теперь я не буду ставить в ролики вот эти вот иконочки «подписаться», там колокольчики всякие, звонки, которые раздаются. Вот, все, от них я ухожу, теперь их не будет. Кому надо, ребят, вы сами подписывайтесь, кому не надо, не подписывайтесь. Заставлять никого не надо, а то я так поразмыслил и подумал, что достали в Ютубе все вот эти вот подписки, постоянно мелькая через каждые пару минут. В общем, все, я от них отказываюсь. Кому надо, тут подпишется. Ну, теперь давайте подпишемся. Я буду просто, если я не забуду сказать подписаться, я буду говорить подписаться. Ну, вначале я всегда говорю и в конце. А в середине, если не забуду сказать, я скажу забуду, значит, не судьба. Но все равно давайте подписываемся, ставим лайки и давайте начнем подведение итогов. Значит, по поводу iStock информация будет после подведения за вторую половину февраля. Фотография, там покажу, какие были куплены на iStock во второй половине дня, так скажем. Ну все, поехали. Thank you.
значит, из 12 стоков сработало только 8. Как обычно, motion elements 0, video hive 0 и point 5 тоже 0. За эти, сколько там у нас? 16 по 29 февраля. Значит, на 8 месте находится Бигсток с продажей одной фотографии. 7 место 123 с продажей трех фотографий. 6 место Moz Photos с продажей 4 фотографий. Ну и давайте тогда 5 место. Там смотреть нечего. То же самое Dreamstime с продажи 4 фотографий. Ну и за компанию идет 4 место. Занял Alami с продажи 1 фотографии. Вот посмотрите. Фотографии, проданные этими стоками. Вот такие фотки были проданы. Значит, по ценам, то что было, значит, Бигсток, одна фотография, 0,27 центов. 123, три фотографии, 0,66 центов. Moz Photos, 4 фотографии, 1,16 евро. Dreamstime, 4 фотографии, 1,4 доллара. И четвертое место Alami с одной фотографией 4 доллара. Вот, ну а теперь топ-3. Значит, на третьем месте находится депозит с продажи 16 фотографий на сумму 4 доллара и 1 цент. Вот, спиток фотографий, посмотрите, что было куплено. На втором месте находится Shutterstock. У него продано 54 фотографии и 5 видео. За видео я получаю 56 долларов 91 цент, а общая сумма составила 79 долларов 28 центов. Ну, соответственно, я перешел на третий уровень по шаттеру. Вот пока по видео я нахожусь на втором. До третьего еще пока чуть-чуть не хватает. Значит, вот теперь посмотреть фотографии, проданные Shutterstock'ом. Вот такие фотографии были куплены. Теперь, значит, первое место занимает Adobe. У Adobe продано за эти 9, 10, 11, 13 дней 63 фотографии и 4 видео. Значит, за видео Adobe приносит мне 23 доллара 80 центов, а общая сумма 87 долларов 9 центов. Вот посмотрите фотографии, проданные Adobe.
Итого, значит, загрузил я за вторую половину февраля 121 фотографию и 7 видео. Значит, всего было продано за вторую половину февраля с 16 по 29 146 фотографий и 9 видео. И доход я получил за вторую половину $177.96. За видео $80.71. Это 177 все вместе. Ну теперь давайте поехали за февраль месяц, подведение итогов. Значит, из 12 стоков сработано 10. Вы уже догадались, Motion Elements и Video Hive 0. Погнали. Значит, на 10 месте находится Big Stock с продажи 4 фотографий. Сумму он мне приносит $1.31. 9 место занимает 123 с продажи 10 фотографий. На сумму $2.12. Восьмое место занимает Лами с продажи одной фотографии $4. На седьмом месте находится Мосфотос. Мосфотос продает 12 фотографий на сумму 4.1 евро. Шестое место у депозита. Депозит продал за февраль месяц 40 фотографий на сумму $9.23. На пятом месте находится Dream's Time. У Dream'а продано за февраль месяц 11 фотографий на сумму $14.15. Четвертое место занимает Pornfight с продажи 2 видео и 1 фотография. За фото я получаю $16.60, а общая сумма $17.15. Третье место занял Shutterstock за февраль месяц с продажей 111 фотографий и 9 видео. За видео я получаю $63.04. А общая сумма за февраль месяц $93.29. Второе место занимает iStock. Вначале вот посмотрите фотографии, проданные iStock'ом.
Вот такие фотографии были куплены. Итого было продано 209 фотографий и 21 видео. За видео я получаю на истоке, это январские дела, за видео я получаю $43, 18 центов, а общая сумма с истока $141, 38 центов. И первое место занимает Adobe. У Adobe продано 129 фотографий и 8 видео. За видео доход у меня на Adobe за февраль месяц $51, 88 центов. И общая сумма составила $185, 67 центов. Итого, продано было за февраль месяц. Сейчас кукушка пропоет. Нет, она не будет петь. На чем остановился? А, продано было за февраль месяц 2024 года 528 фотографий и 40 видео. За видео я получаю $174, 70 центов. Общая сумма за февраль месяц $472, 40 центов. Загрузил за февраль месяц 2024 года 290 фотографий и 17 видео. И портфельчик мой теперь на шаттере составляет 18449 фотографий и 3987 видео. Ну вот, вроде бы и как бы и все. Вот видите, я опять забыл сказать. Подписываемся на канал и ставим лайки. Так, ну, значит, теперь увидимся мы 16 марта с подведением итогов за первую половину марта. Все. Спасибо всем за просмотр. Ставим лайки. Опять же, подписываемся на канал. И до середины марта. Пока, ребята, всем удачи и больших жирных продаж. Все, пока.